Что, не холодно? Нет. Купаться будем? Да. Да. 7 октября в России и в мире отмечаются такие праздники, как Всемирный день изготовления открытки, День воспоминания про теплые вещи. Также сегодня отмечает день рождения президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня день вежливых людей. О! Фу! Как говорится, Крым взяли без единого выстрела. Все вежливые люди, с праздником. Ну и президенту нашему здоровья, терпения и побед. Я желаю всем вежливым людям также хорошо защищать государство, а всем остальным ценить их работу. Молодец, поехали. С головой. Раз. Умница, молодец. С головой. Раз. Умница, пошел. Так, боишься? Нет. Первый раз? Да. Понравится тебе? Думаю, да. Посмотрим, давай, разворачивайся. Молодец. А Владимир, а президенту что хочешь пожелать? Чтобы у нас было все хорошо. Отлично, с головой. Раз, два, три, умничка. Все, давай, 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 давай. Давай руку. Отлично, открой глаза, ты в раю уже. Все, покажи класс. Поздравляю всех с Днем вежливых людей. Также хочу пожелать всего самого лучшего Владимиру Путину. С днем рождения. Красавчик, давай. День вежливых людей. Они взяли Крым без единого выстрела. Наши люди тоже на СВО ведут себя очень вежливо. Давай. Раз.